Мы проснулись ни свет, ни заря. Ни свет, ни заря. Это 10:43 по этому времени. Да не, может, даже позавтракали. И они спрашивают нас, готовы ли мы. А вы готовы? Не, чтобы вы понимали, солнце здесь стоит здесь. К чему готовы? Ой, как красиво. Да, посмотрите, какая красота своя. Поля, эти самые. Так, короче, к чему мы готовы? Мы готовы к тому, что мы едем смотреть водопад. И какая-то Танина favorite spot. Что за favorite spot, любимое место? Мы не знаем. Таня показала вот так вот. А что? В общем, погода на самом деле хорошая. Да, ветер, сильный ветер. Холодный. Ну, погодка классная. Приехали на первую точку, куда нас привезли. На, мы приехали на первый водопад. По дороге мы видели очень был красивый вид. Я не знаю, сколько там было видно. До этого вам показывали водопады Латвии. Я не знаю, сколько было красиво по дороге, потому что там были горы, водопады издалека. Все было безумно красиво. А теперь посмотрите вот на это. Это пипец, ребята! Он такой большой! Он такой широкий! Вот такие людишки на этом фоне незначительные! Очень красиво, очень! Таня выглядит как ничего в этом самом. Какие горы, как в сказках! Холмы, горы. Реально, как это, в сказках, в фильмах про хоббитов, эльфов. Это безумно круто! Безумно красиво! Приезжайте все сюда, посмотрите, и, может быть, вам тоже повезет, как нам повезло. Вообще, наверное, обалденно здесь. Повезет, как зелено все. Хотя весну тоже можно уже увидеть. Северное сияние? Да, до марта, он сказал. Приехали, нас, наверное, да, не слышно. Нас не слышно. Нас не слышно. Вот еще один водопад. Он такой же высокий, как и предыдущий. Но не такой широкий. Но не такой широкий, потому что здесь в нем не так много воды. Вот. А потом, то есть, смотрите, если вы посмотрите, здесь сейчас видно будет эта группа водопадов, да, то есть. Нифига, очень много водопадов, поэтому мы сейчас пойдем туда, пойдем за него. Да, пойдем за него. Мы обойдем его водопад. Да, будем все мокрые. Все ради вас. Сами не пошли, ну честно. А потом будет есть местный суп национальный. Короче, если кто-то собирается сюда ехать осенью, ешьте больше, чтобы вас не стуло. Да, 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 да. Теперь понятно, почему стулся. И да, побольше такой водонепроницаемый. Вода по-любому носим. Штаны для... И против ветра. И многослойность. Для снега, который для кататься на лыжах. Вот. Штаны, что-то не промокаемое, многословно. Так что оставайтесь с нами, будем смотреть.
сейчас мы подошли к одному водопаду. Нам говорят, что здесь камера должна быть постоянно включена, потому что здесь просто офигенно. Но давайте посмотрим. Если вы ничего не видите, значит просто нас вас забрызгало, мы вам потом расскажем. Are you ready? Yeah! Ну вот, как вы видели, ну, ребят, это стоило того. Несмотря на то, что мы полностью мокрые, в принципе, вообще никто не предупреждал о сырости, все предупреждали о холодной погоде. А то, что нужно будет по колено чуть ли не нырять. У нас нормальная обувь, да, нормальная обувь. Нет, ну, не то, и здесь мы идем в сухую пещеру. Бельё мокрое. Да. Не помню, рассказывали, не рассказывали, что здесь не особо верующие люди живут. В принципе, они до сих пор не верят в эльфов, троллей. И в Санта-Клауса не верят, да, до сих пор. У них есть... Верят какую-то ведьму, которая пожирает детей на Новый год. Да, если дети плохо себя ведут. А еще? Ну все, пещера закончена. Ну вот здесь еще что-то. Офигенно. Очень круто. Очень прикольно. Очень нравится, что именно горы, они такие, как они должны быть. То есть, если вы едете, там, допустим, в Норвегию, в Швецию, то горы обычно у них покрыты лесом. Берите чехол на телефон, непромокаемый. Да. У меня вчера нырнул телефон в спа. Я его просто со дна достала, но он выжил. Да. Samsung эффект. Реклама Samsung, да? Да, вот, и здесь очень здорово, что горы именно такие, какие они есть, то есть голые, массивные, да, то есть нету такого, что едешь, как бы, ну и там, как бы, непонятно, гора, не гора, ну, как бы, такой плавный, а здесь вот именно такой рубленые места. И с погодой нам действительно повезло, нет дождя. Самый time for supping. Да, я говорю, что очень классно. Мы сели передохнуть, перекусить. И мы взяли их traditional суп. Да, он такой больше жирненький. Жирненький, он, да, там мясо, овощи, я смотрю, вижу рис. Мне он напоминает, как, знаете, такое, баланс. Там есть, это да, баранина. Что-то еще, баранина. Огурцы какие-то там, что-то там такое, да. Баранина, да? Суп из баранины. Угу. Да, на самом деле я уже попробовал. Суп холодец, но он такой более картофельно-мучной, да. Да. Но он вкусный, на самом деле. Он в меру соленый. Я бы мне добавил бы себе еще больше остроты. Но вообще, в принципе, хорошо заходит в такую погоду. Приятного аппетита. Ну, друзья, мы приехали в новое место. Я переоделась, как истинная Лиза. Я после 4 часов переодеваюсь. В смысле, ну, я не знаю, через сколько они там переодеваются. Вы, истинные Лиза, расскажите, как часто нужно менять аутфит. Вот. Я переоделась. Да нет, просто у меня куртка промокла. А мы приехали в долину быков. Кого? Быков. Ну что-то как такое было, он там был волей, чем что-то. Hey, are we ready? Yeah, we are ready. Yeah. Do you know where you're going and what is going to happen? No. Do you see what we are bringing? Явно, боты у нас не поэтому, учитывая, что человек взял с собой сапоги. Мы как-то так... Ну, только одни, значит, пойдет только он. Либо он... Не, понесет нас на своих руках. Мы обязательно покажем все, если нас не сдует по дороге. Потому что я сейчас стояла, думаю, не-не-не-не. Может, там в карман. Мы готовимся, не знаю, к чему, но мы готовимся. О, там их двое. В общем, они одеваются, как будто они собрались на рыбалку. Я очень надеюсь, что они просто идут за рыбой, а мы будем сидеть здесь и ждать, пока они притащат рыбу нам, да? Да. Окей. Танцы. Это вы только что видели национальные исландские танцы. Очень круто. Мега круто. Просто. Только что Гуннар сказал, мы прошли хороший такой же кусочек. Видите, тут вода капает, все. Не то, что погода хорошая. Он сказал, что здесь 90% туристов, в принципе, разворачиваются, потому что они не знают, что их ожидать дальше.
Но мы не типичные туристы. Мы отчаянные туристы. Простите, я сломала скалу. Ой, как круто! Нам сейчас надо попасть вот туда. Там на противоположной стене есть цепь. По этой цепи мы потом будем забираться наверх. Ты серьезно? Да. В общем, по такой вот цепи мы держались, ногами так поднимались, и вот оттуда мы поднимались сюда, и потом идем туда. Идем, ребята. Мы живы! Вот у нас финал. Ну, это стоило того. Это дико клево. Клево. Просто супер. Все такое величественное, большое, такое мхом хорошее, даже не могу объяснить. Это все сверху падает, капает. И ты понимаешь, что это капает, но у тебя не дождь. То есть, ну, небо, на самом деле, погода хорошая. Это вот как просто, вот. Мы решили, ребята, пить это дело. Это все эксперты выходные с этими замечательными людьми в этом прекрасном месте. Название великолепно. Ребята, обязательно приезжайте сюда. Оно того стоит. Шампанское от горла. Вот так же мы поднимались. Как бы внеплановая экскурсия, потому что мы вообще не плани... мы планировали, что нам не хватит времени, а оказалось, мы вот все успеваем. Говорят, что нас завезли в ад. Да, попахивает чуть-чуть серой. Я пока не чувствую, я тоже не чувствую. У нас просто нос заложен. Не знаю, насколько вам видно, но земля горит. К источнику здесь нет такого гейзера, да, но просто нам показали, что откуда вот идет это все, что это очень глубокая шахта, прямо из глубин земли. И температура обычно, да, от 80 до 100 градусов, поэтому как бы не было красиво, не трогайте. Ну вот мы и дома. Люди занимаются готовкой. Я ничего не делаю. Мы заехали в магазин, мы купили, кстати, такую селедку прикольную. Она не маринованная, она больше, наверное, как соленая, но она какая-то рождественская, она сладкая. Она сладкая, даже таким немножко запахом горчицы. Хотя, может, она больше как маринованная. Ну, короче, она такая, не кислая. Очень интересное сочетание. Вот, и будем сейчас готовить ужин. Вернее, Гуннар будет готовить кушать ужин. Мы будем помогать. Да, мы будем помогать. По крайней мере, точно не мешать. Да. А завтра готовят девочки. Да. Ой, надо бы, кстати, перед этим... Если эта девочка проснется. Ладно, ты, главное, этой девочке покажи, где сковородка и так далее, масло, и я уж там сама уже разберусь. И еще у нас сегодня, знаете, что нас сегодня еще ждет? Просто я покажу. Не знаю, будем ли его снимать, нас ждет сегодня дождь. Аврора нас сегодня не ждет. Но мы сегодня... А что, не тут это, что ли? Нет.
А тут мокренько, но я так быстренько. Потому что крыши нету. Короче, здесь горячая это. А, это мокрая! Я на носки намочила! Блин. Короче, там у нас будет горячая ванна сегодня. Правда, дождь идет. Может, он, конечно, закончится, но что-то как-то мало шансов. Итак, у нас ужин. Завтра мы улетаем. Прекрасная музыка. Красное вино. Сухой креман. Лошадь. И рыба. Первый раз будем есть, я во всяком случае, есть лошадь в таком исполнении. А в другом исполнении это как бы... А я вяли какой-то сушеный, как это, не помню, как-то... Приятного аппетита всем. Приятного аппетита. Будет cold? No. No? It's the same like a spa. It's I told it's the same like a spa. Same like a lagoon. Hey, come on, it's not the same. It's not too cold, it's warm. It's not really warm. Warm, yes? Да. Okay. Okay. После как после пара. Хорошо. Реально хорошо. А и мокро. А мокро-то как, а? Здесь лучше. Да. Здесь тоже мокро. Ой, как мокро-то. Ой, как мокро. Все, ребята, вот мы сели в ванну, ой, ванну, как это называется? Скажи, джакузи. Это даже не джакузи, мне кажется, это как кубла, нет? Кубла? Ну, джакузи, нет, окей. Джакузи, бурбулечки есть? Ну, короче, реально классно, я здесь посижу, потому что реально тепло. Гуннар, shame on you, shame on you. It has to be, come on, you are a standard. Ten, it has to be geyser 80-100. Блин, по ощущениям, только вот 35-40. 40 точно. Короче, офигенно тепло. Ты можешь, Дима, не тепло? Прикольно. Короче, ребята, приезжайте все в Исландию. Мы завтра уезжаем, я думаю, что мы отлет не будем снимать. Это было безумно классные дни. Охрененные, просто охрененные. У меня такое ощущение, что... Хорошая компания. Я приехала сюда, и как будто Исландия меня взяла, так обняла... Показала все свои секреты, все такое красивенькое. Прям реально, я вообще получила... Отличные лошади. Тихо такой на фоне такой. Это деревья. Это джакузи. We have to call the ambulance. Because somebody is getting frostbite. Stop, you're Icelander. Охрененные были выходные. И я вообще ничего не ожидала от этого. Но я... Офигела с этих выходных не потому, что ничего ожидала, а потому что реально были охрененно красивые природа, водопад. Я, кстати, а как там победу с погодой? Погодой, как с там? С погодой, сверзя с друзьями. В общем, ребята, приезжайте в Исландию, тут охрененно. Я очень надеюсь, что мы сюда вернемся, потому что я не про многие города говорю, потому что я хочу сюда вернуться, в Исландию. Но сюда я хочу вернуться. Спасибо. Ямас. I said many good words, but I will not translate it for you. Ой, я тут. Ну ладно, камера здесь. Камера здесь.